Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 203 на странице 113 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Измените словосочетание так, чтобы существительные стояли во множественном числе. Обратите внимание, как изменяются окончания имен прилагательных. Большой дом, большие дома, сухое дерево, сухие деревья, степная трава, степные травы, стальная пружина, стальные пружины, чужая собака, чужие собаки, городская улица, городские улицы, родной простор, родные просторы, голубой шар, голубые шары. Давайте посмотрим, что произошло с окончаниями. Было окончание большой ой, а у нас теперь получилось окончание большие ие, сухое ое, сухие ие. Степная ая, степные ые. Стальная ая, стальные ые. Чужая ая, чужие ие. Городская ая, городские ие. Родной ой, родные ые. Голубой ой, голубые ые. Мы видим, что окончание изменяется. Вместо окончаний ой, ое, ая у нас получились окончания ие или ые. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.